Православные верники сегодня означают свято стречення. У перекладе с церковно-славянской мовы – сустреча. Это одно из 12 святов православного календара, которое стоит на ровне с калядами и водохрышчем. Оно символично знаменует сустречу старого и нового заповетов. Эта дата припадает на 40-й день после народжения Иисуса, когда Мария и Иосиф принесли его у Иерусалимский храм. Там отбылась сустреча с праведным старцем Симеоном. Ему было открытие звыш, что он не помре, покуль не убачит Збавителя. Праведный старец пришел у храм и там сустрел Господа у обличчи немауля. У день стречення Господнего во всех храмах здесняются святочные литургии и освячаются свечки. До речи, по надворью в этот день наши продки вызначали, якой будет весна. Моцный мороз, например, означал худкое расставание снегу на полях, резкое потепление, дренный урожай, а завируха – затяжную зиму. От этой поры селяне начинали оглядать землеробные прилады працы, ремонтировать их и рыхтовать до весновых работ.